Всем привет! Сегодня я буду готовить жареные кабачки. И для начала мне нужно удалить хвостики. Затем я кабачки нарезаю кружочком. Толщина должна быть примерно 1 сантиметр. Оставшиеся кабачки я также режу кружочком. На сковородку я налила растительное масло. И пока масло накаливается, я подготовлю кабачки. Каждый кабачок я беру и окунаю его в муку. Вот таким вот образом. И затем кладу его на сковородку с раскаленным маслом. Вот такие вот вкусные и аппетитные кабачки у меня получились. По желанию можно добавить майонез с чесноком или сметану с чесноком. Ну а я желаю всем приятного аппетита. До новых встреч!